Все снимать. Камер не надо. Да и Эмилия-то задремал в наушниках. Я уже думал, окна будут. Везде уже стучат. Долбил. Это простили. Дай бог здоровья всех. Вот. Я это не ожидала, они оказываются все хорошенькие. Прям. Вот. Это угостили. Так. Это своим яичко свойский. Перчик. Хочу сделать перчик фаршированный. Опять. Так. Это курица половинчик, 156 рублей. Свойская. Вот такая цыпленочка. Вот. Ну, половинка хорошо. Половинчик, 156 рублей. Ну, то равный курочек свойская, прям свежайшая. Она ароматная, как такая, как цыпленочка. На бульончик, значит, хорошо. На сушечку. Так. Ну, повернись. Шики разрубают. Ну, а как они? Ем. А чё я? Чё там? Ролтон. О, Сури сказал, что сейчас я всю эту фигню, я на ночь замачивал. После плова невозможно не замачивать тоже. Надо замачивать. Лепёшка. Шоколад. Горячая прям была. Лепёшка польская. Пекут. Ещё. На сколько? А, это я уже покупала. Это я уже купила. Вот этот жердяй. Я обожаю этот помидор. Биг помидор. Тут и яичницу хватит пожарить, и как их и фарш, это как его сделать, эти, как их потомить в томате, эти перец фаршированный, как его, как его... Потом плов разогревал, осталось только не стал. Это. Ну как раз фарш добавлю ложечки три. Пловчику. Рисок. Это. Ой, какой аромат. Сделаю, как его, в томате. Яичко, шакшук, израильское блюдо. И. Плюс еще томат у меня останется, перца потушу в томате, фаршированные. В общем, вкусняшки. Вкусняшки такие вот. На улице жара на всю неделю. До 30. Вот. Такие дела.